Всем привет! Вы на канале Oxford Medical. Мы продолжаем тему со стоматологией. И сегодня будем говорить о винирах моментальных. Что это за виниры, при которых не нужно стачивать зубы? Что это за виниры, при которых можно сразу получить результат? Что это вообще за виниры, при которых даже анестезия не нужна? Вот это все про них. Это такая композитная масса, которую доктор накладывает непосредственно на ваши зубы, то есть прямо поверх. При помощи этих виниров можно, например, скрыть диастему, то есть это щель между, между передними зубами, да, как у Мадонны, допустим. Может быть, ей это идет, но это идет не всем. Можно скрыть щели вообще между передними зубами, не только двумя резцами впереди. Можно, например, сделать полностью всю челюсть цветом белее, чем ваши родные зубы, при этом ваши родные не пострадают совершенно никак. То есть они не обтачиваются, у них нет никакой пришлифовки, даже вот на минимальной. Не нужна анестезия абсолютно. Это делается очень быстро. В каких случаях достигается красивый эстетический вид? Здесь сразу хочу сказать, самое сложное – это ювелирная работа. Не все доктора за это берутся. Почему? Потому что в условиях онлайн, вот в условиях здесь и сейчас, когда у тебя нет возможности перепроверить и посмотреть зубы под разным углом, то есть сейчас при своем зрении, при своих возможностях, да, временных и физических, прямо сейчас нужно сделать красивую, незаметную, натуральную работу. Этот материал композитно застывает при помощи лампы, как это делают пломбы. В отличие от пломбы, это, во-первых, больше его накладывается этот раз. Он полностью состыкуется с другими зубами. То есть вы можете сделать только передние, как в данном случае, да, с Марианой. И он решает еще не только функциональные, да, но и эстетические задачи. Да? То есть это просто красиво. Это быстро, красиво, безболезненно. Минусы. Ну, во-первых, за это нужно будет заплатить, как и за любые другие услуги стоматологии. Но, тем не менее, этот вид виниров дешевле стоит, чем виниры лабораторные. Второе. Этот вид виниров окрашивается. То есть, если лабораторные виниры – это как фарфор, скажем так, да, он как фарфоровая кружка. Вы пьете красящие вещества, и они стекают просто по поверхности, то здесь можно сравнить как с очень хорошим дорогим пластиком, с очень хорошим дорогим акрилом, высококачественным, совершенно натуральным по виду, но при этом который может набирать на себя пигмент. Почему окрашивается? Смотрите, там принципиально другой материал, то есть это как очень хороший дорогой пластик, и в отличие от фарфора, у пластика есть поры, микропоры, и вот эти микропоры, как маленькие чашки, набирает в себя чай, кофе, сигаретный дым и смог, скажем так, какие-то другие красящие пигменты от фруктов, ягод и так далее. Вот эти сами емкости, вот эти самые поры нужно периодически просто вычищать при помощи профилактической чистки. Есть большое количество противопоказаний к прямым и ментальным винирам. Первое, это если зуб слишком повернут, то есть если зубы в ряду стоят неровно, то их исправляют либо брекетами ортодонтии, либо же их исправляют при помощи стачивания и перекрывают винирами лабораторными, правильно назвать. То есть, если слишком повернут зуб, то такой вид виниров не подходит. Если у вас на зубах стоят пломбы, то есть большое множественное количество пломб, тогда тоже не подходит. Если большой множественный кариес, тоже не подходит. То есть такой вид виниров ставится только на живые, здоровые зубы, в которых вас не устраивают щели, но зубы при этом здоровы, вас не устраивает цвет, но зубы при этом здоровы, и вас не устраивает, что там может быть еще, размер. То есть вы хотите сделать зубки больше, у вас такие маленькие, как мышиные зубки, а вы хотите их сделать больше. Либо уже у вас на собственных зубах есть от природы пятна, такие, знаете, как мозаика, вкрапления. Вы можете перекрыть это все моментальным виниром, безболезненно, быстро и эффективно. Как долго стоит такая работа? Есть плюс в том, что вы можете снять, когда захотите. В отличие от виниров лабораторных, которые нельзя снять, то есть их поставили, и их только может через 10-15 лет замену им сделать, то эти вы можете снять, когда хотите, и ваши зубы при этом не пострадают. Можно ли такие зубы дополнительно отбеливать? Можно. Вы можете через время, к примеру, поставить моментальные виниры, поставить
только на два передних зуба. Остальные все зубы отбелить. И вот этот эффект отбеливания поддерживать на всех, на каком-то протяжении. Через полгода, через год вы приходите снова, и вы подтягиваете остальные зубы в цвет своих виниров, да, то есть чуть-чуть белее они будут. Можно ли поставить цвет такой, чтобы они были сильно кардинально другие, белые? Вы можете выбрать любой цвет моментальных виниров, как и лабораторных, абсолютно любой. Но доктор рекомендует не делать слишком больших перепадов, потому что самая дорогая, качественная работа, изящная работа та, в которой не видно работы, да? Пардон за каламбур. Самая ювелирная часть в этой работе – это сделать не только вывести правильную форму, но и сделать такие, как у натурального зуба, вертикальные полосы. Мы их не видим глазом, но они дают вот этот перепад, игру света. Такая работа может держаться годами. Главное, если вы ее регулярно поддерживаете, то есть вы приходите на профилактическую чистку, то тогда она может прослужить вам очень-очень долго. Но даже если, как я вам сказала, она по какому-то причине вас перестала устраивать, либо же вы передумали, либо же вы вдруг решили, что хотите вернуть свое, вы можете поносить, снять без потери качества своих собственных зубов. По стоимости это стоит меньше, чем виниры лабораторные, но есть минус. Не все врачи берутся за эту работу. То есть это отдельная своего рода специализация врача, доктора, который хорошо там разбирается, у него уже набита рука, у него уже, как сказать, заточен глаз под это дело. Сколько в среднем? Ну вот при мне, я своими глазами видела, как доктор закрывал диастему, промежуток между двумя передними зубами, и на это потребовалось порядка часа. Все прошло безболезненно, очень быстро, всем довольна. Уже сейчас чувствую, что свои, хотя поначалу, как только доктор сделал, чувствовалась неловкость, было такое, что что-то не мое во рту. Но сейчас уже, даже прошло полчаса, я уже привыкла, но это уже мои. С обратной стороны тоже все гладко, ничего не чувствую, никаких ни бугорков, ни того, что будет что-то дереть или там еще что-то, ничего такого нету. Здесь еще есть важное отличие: моментальные или голливудские, их еще называют, виниры, это не люминиры. Про люминиры будет отдельный ролик, потому что люминиры заказываются как пластинки в одном только месте, их заказывают в Голливуде, там с ними отдельная история, там с ними отдельная цена, с ними отдельная морока, но тем не менее такая услуга тоже есть, и про нее, я думаю, стоит рассказать отдельно. То есть сейчас вы, я так понимаю, видите разницу между винирами прямыми, то есть прямые, голливудские, которые лепятся прямо на зубы, чтобы вы запомнили, это прямые виниры. И виниры не прямые, то есть лабораторные. Я надеюсь, что вы уловили разницу, вы видите теперь плюсы и минусы, вы точно можете понимать, что для вас лучше. Если остались какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях под этим видео, мы вынесем их отдельно. И увидимся в новых роликах. Спасибо вам за просмотр, спасибо за ваши лайки, за подписку. Всего доброго!